Всем привет, с вами Мику, я продолжаю проходить Prey. Сделала немножко голоса потише, потому что мне прям каждый раз, когда я монтирую, приходилось звуковую дорожку с голосами делать на какие-то секунды, 10 секунд и так далее, в зависимости от реплик персонажей тише, поэтому, чтобы этого не было туда-сюда, надеюсь, я себе решила такой радости. В общем, о, еще сгоревший жесткий диск есть, хорошо. Вот, в общем, нам нужно идти дальше, нужно смотреть, что мы можем сделать. И надеяться, что это будет не так уж сложно. Я как бы туда могу попасть, да, в грузовой отсек, но опять же мне нужны турельки бы, да? Скорее всего. Сейчас посмотрим. Там же ведь еще наружу надо выбраться. Так, я могу же ее починить, да? Взламываем. Пожалуй. Она достаточно агрессивная, я смотрю, на меня настроена. Так, Z. Стрим. Тихо-тихо-тихо. C. Отлично. Прекрасно. Укрепить еще можно даже. Прикольно. А куда мне эти турельки надо ставить? Ну, давайте вот сюда пока. Да, раз. Как-то. Вот. Вот куда мне ее? Сейчас, секундочку. Так. Еще раз смотрим. Задачи. Открыть грузовой отсек. Только дверь откроется, внутрь хлынут тифоны. Мне нужно либо выполнить ее просьбу, либо найти другой способ открыть двери. Хи-хи-хи-хи-хи-хи. Ну да. Да, получается, как раз здесь турели. В зоне грузового отсека В. Турели я остановлю в зону погрузки около грузового отсека В. Откроют мне дверь в надежде, что турели их защитят. Чертеж для изготовления турели находится поблизости. Здесь же есть фабрикатор, который нужно подключить к источнику энергии. Угу. Так, а у меня, кстати... А, ну нормально вроде. Я бы даже, наверное, не ставила прямо сейчас их. Чтобы всякие разные не были нюансы плохие. Так, еще раз. Еще раз. У меня, видите, сколько всякого разного хлама здесь есть, которого я могу перенести. Прям набрала от души. Так. Из этого вроде больше ничего не надо, да, выбрасывать? Колючий мед у меня один. Хорошо. Отлично. Где чертеж находится? Вообще нужен ли мне этот чертеж турелей? То есть, понятное дело, что там вон турелька есть, да, я... О, что-то валяется. Я тут все еще туплю, как вы понимаете. Тихо, тихо, тихо. Только меня не надо бить. Хорошо. Блин, какая же зараза инерция. Так, Икс. Скотина. Давай быстрей. Сволочь какая. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Заберем ее пока.
Ну, вряд ли, конечно, турели всех защитят здесь, правильно? Заламываем. Да чтоб тебе все было нормально. Так, Икс. Тихо. Зет, отлично. Все, они на меня будут нормально теперь реагировать. Да что ж такое? Вот сюда. Давай. Не крепляем. Ну вот. Уже несколько. Нет, мы еще не начали что-то серьезное делать. Так. Что-то у меня гипспушки мало, да? Дробовик, инъектор. А где? Баллон для гипспушки. Понятно, органики не хватает. Контейнер номер 3 опустить. Тоже там турелька. А тут что? Переход обратно? Критическая ошибка. Интересно. Ну да, там, по-моему, разбито было, что ли. Так, ладно. Да ладно. Другой проход, говорите, попробовать туда найти. Можно, в принципе. А, это этот, я помню это место. Окей. Так, здесь же не будет ничего, да? Окей. Ладно. Тут либо надо наружу выходить, либо дверь открывать. Третьего особо-то и не дано. Могу. Их там очень много, конечно. Прям очень много. И этот тут торчит. Как мне поступить? Сюда же я тоже не войду. Снаружи полетать? Все-таки. Или турели оттащить побольше. Давайте еще раз задание почитаем. Так, задачи. Пока не раздобуду для ее людей несколько турелей. А! Видимо, турелей-то уже хватает. Чертеж для изготовления. А, обшивка Талоса 1. То есть снаружи. Окей. Понятно. Окей. На обшивку Талоса 1 все-таки. Ну да, да. Может быть, еще и как-то иначе немножко сможем туда попасть, я не знаю. Посмотрим сейчас. Пока я еще путаюсь немножко, куда идти. Но мы с этим разберемся. Нам бы еще обратно как-то смочь добраться. Но переход, скорее всего, откроется через Сагиту, да, когда мы здесь разберемся с нашими врагами. Потому что сейчас-то пока что все двери заблокированы.
И из-за этого нельзя обратно вернуться. Так. Давай. Ага. Ой, давненько меня тут не было. Надеюсь, не будет мутить особо. Так. Это вон там, да, проход? Как раз. Пробоина, шлюз электростанции. Ага. А, чертеж прям тут? Где снаружи? Снаружи, видимо. Окей, вылетаем отсюда. Чего? Кто? Вижу. Вижу, вижу, вижу. То, что там ткач, конечно, ни хрена хорошего. Ну, я, по-моему, заметил, да? И гнездо цистоидов, как бы. Так. Стоп. Успокойся. Все нормально. Мед. Хотя бы ткача уничтожить. Да ё-моё, чтоб тебя. Давай, давай, не боись его. Есть. Били ткача. Здрасте-ка, мед. Че, всего лишь два запаса, вы че, долбанулись? Куда-то улетели вообще в свободное плавание. Так, много вас тут? Тварей разных нет. Окей, можно, значит, спокойно залетать. Урбон берем. Так, чертеж. Да чтоб тебя. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Изучить. Отлично. 9, 8, 5, 0. Чертеж портативной турели и два нейромода. Мы нашли схему ликвидатора. Нам бы эти турели чуть раньше. Ищите материалы для турелей схемы, это только полдела, когда мы их изготовим. Скорее бы посмотреть, как они разделаются с нашими новыми друзьями. Но я думаю, что дверь я только сама открою, правильно? То есть она же не откроет, пока я там не натаскаю турели побольше, правильно? Потому что если она их откроет, это будет жопа. Мне не надо, чтобы она самодеятельностью занималась всякой. Так, не вижу ничего вроде. О, труб ткача, отлично, плазма. Всякое такое, пластик.
Прекрасно. Труп человека, давайте залутаем. Тихо. Так, тормоз это Кью. Кью и Е тормоз, чё? А, вместе, типа, если нажать Кью и Е. Класс, понятно. Тана Вейл. Гипс пушка. Так, окей. Минус одно тело. А там что? Далековато, правда? Это что такое лежит? Летит. А, баллон. Окей. Так, обратно. Возвращаемся, а то я сейчас потеряюсь нафиг вообще. Хотя бы гнездо цистоидов освободили. Забавно. Давайте. Что это такое валяется? Сгоревшая плата. Прекрасно. Мы сделали хоть что-то. Я уже довольна. Ваш пробойни. Туда к другой и забрали, разобрались, как брать этот чертеж. Можем делать теперь турельки разные. Круто же. Чуть ли не самое важное в этой игре понимать, что от тебя требует, потому что я пока что не одупляю местами, честно. Очень большой перерыв, и вот так вот сколько, полгода, наверное, уже прошло, да? Очень-очень много времени, нельзя так делать. Надо проходить игры, конечно. Вот иду сразу, желательно. Иначе потом будет такая же грустинка, как со мной. Господи. Я для них уже вообще враг, прям. Просто вражина. Кровотечение, блин. Подошла не с той стороны, называется. А, если я прыгаю еще хуже, хорошо. Но мы сейчас медицинский отсек дадим. Поэтому будет нормально все. Да, я в порядке. Я совершенно не мимикрирую ни подо что. Что поделаешь? Работа такая тяжелая. Выстраивать базу, собственно. Приветик. В общем, чуть-чуть лучше. Так, надо бы еще турель сюда притащить какой-нибудь. А что у нас по заданию выходит? Надо именно сделать турели? Или я могу и не делать? Установить турели. Ага. В зоне погрузки, да? То есть вот в этой зоне. Или нет? Или где лучше?
Ладно. Портативная турель. Типа вот сюда, да? Ну, вообще, на самом деле, чем больше будет, тем лучше. В любом случае. Эту, кстати, я создала, поэтому она нормальная. Свой чужой в норме. Так, а подожди, 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 подожди. А сколько вам нас надо поставить? Ну, наверное, где-то есть уже готовый. Да, 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 да. Сколько? Для это, в принципе, не важно. Сколько найду, сколько сделаю, столько и будет, да? Типа, ну, скорее от меня зависит это все дело. Так, а я могу вытащить патроны? Сейчас, секунду. Посмотрю. Разобрать, да. Наверное, я что-то не то сделала. Чую, что что-то не то сделала. Ладно. Берем еще вот эту пушку. Улучшаем. Она мне нужна. Она хорошенькая. Так. И утилизируем всякий хлам. И вот это. Отсортируем еще все, чтобы симпатичненько было. Утиль. Не так уж и много всего. Я бы сказала, даже совсем чуть-чуть. Надеюсь, турелик мне хватит. Могу еще оператора вот этого вызвать. Давай. Спасибо. Чуть-чуть костюмочек починили. Уже хорошо. Так, если где-то еще могут валяться турели, будет замечательно, потому что я не хочу, блин, сейчас сделать их дохреническое количество. Другое дело, что мне их, конечно, надо всех взламывать для этого, но и хрен с ним. В принципе, невелика беда. Так, я же лутала. Ну да. Да. Так, это не то. Вот так надо. Жаль, что вот эти не закрываются штуки. Было бы хорошо, было бы круто. Так, ладно, значит, здесь нет ничего. Есть ли здесь еще турель? Окей, значит, нет. Хотя там, наверное, были. Ну ладно, не суть важна. Что делать будем тогда, если у меня есть еще на что? Еще портативную турельку. Еще одну точно можем сделать. А вон лежит, по-моему, еще одна. Хорошо.
Так, давайте такое плотное кольцо сделаем из вас. Укрепляем. Отлично. Вот еще лежит. Так. Не та кнопка. Зетка. Давай, 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 давай. Зет! Нет! Не успела, я нажала на другую кнопку случайно. Давай. F. F. Прекрасно. Видите, как я пытаюсь победить? Это ж просто, просто что-то с чем-то. Мы еще и укрепим тебя. Здесь есть? Хоть одна? Нет? Ой, мамочки. Так, ладно. Окей. Мы сохраняемся, да? И сейчас попробуем. Я сначала попробую только со всеми поговорить, чтобы они свалили. Доктор Ю. Доктор Ю, да. Скажем сейчас Саре, что мы готовы. Если ее это, конечно, интересует. Так, тут нет ничего? Да нет, вроде. Нет турелей, нет кода ради нашей и вашей безопасности. В смысле нет турелей? Долбанутая, я там турели сколько наставила уже. Или ты хочешь, чтобы я прям впритык к дверям их поставила? Я не поняла тебя. Хочешь сюда? Прикиньте. Ей зона не понравилась тупо. Офицер Мэддокс готов. EATs are online. Ликвидаторы готовы, пора нашим приятелям с ними познакомиться. Вот код от грузового СКБ. А главное, открывать должна я идти. Открывать должна я идти. Ладно, разберемся. 6, 2, 2, 9. Врата ада. Достижение. Уничтожить тифонов. Морган, you saved our asses. Now, you might want Морган, вы спасли наши задницы, можете прогуляться и спасти еще кого-нибудь. Сомневался, что все получится, но вышло неплохо. Оказывается, я скучал. Обратитесь к инженеру. Куда мои турели делали? Вы чё? Тамико в порядке, Тамико? Они раскидали мои турели к черту. Но я могу как бы на всех врагов, которые там будут, выводить на эти турели. Тоже вариант хороший даже. Вроде никого пока не видно. Обыскиваем трупики. С таким количеством турелей это было прям изи. Енах Коунова.
кусочки разлетелся. Так. Ящик. Спиральки всякие. Чё тревожная музыка такая играет все еще? Транскриптор Эш Лассер. Кто-нибудь объяснит мне, почему моя посылка задерживается? Извините, доктор Бергер, система отключилась, какая-то блокировка, мы над этим работаем. Это очень хрупкий груз. Мне нужно, чтобы он немедленно попал в отдел психотроники. Наша команда ищет причину неполадок. Работу он закончит через несколько часов. Несколько часов? А еще что-нибудь можно сделать? Нет, но раз у вас есть свободное время, можете позвонить мистеру Юн и попросить разрешения перезапустить всю станцию. Это немедленно решит проблему. Это же бред. Ну, раз бред мы не обсуждаем, тогда вам просто нужно подождать. Может, я сам этим займусь. Я умею работать в условиях микрогравитации. Да ради бога. Так. 6, 1, 2, 0. А это что, не ID? 8 это что ли? 8, 1, 2, 0. Еще стрёмно, знаете, внутри чем-нибудь может быть такое неприятное. Так, еще один чертеж дробовика, заряд, набор для улучшения оружия. Это что за контейнер? 2, 8, 2, 5. Чего? Охеренный контейнер. Просто шахматный столик тут заперли. Крутяк. Я могу еще и просто кнопки нажимать-то, открывать их. Отлично. Тут пусто. Тревожная музыка какая-то не очень хорошая, мне не нравится. Отлично. Стулья. Кристофер Смит. И Нейромод у него есть. И мы проходим сюда. Место, которое было заперто. И можем как раз по всей станции гулять теперь, я так понимаю. Свободно достаточно. Блин, сделали саундтрек, да, и решили меня им задолбать. Мне он не нравится, прям раздражает почему-то. Так. Во всяком случае, не на повторе его слушать уже 10 минут скоро будет, наверное, минут 5. Так, тут еще и груз надо убрать. Отлично. И что-то запароленное. Отлично. Баллон для гипс-пушки. Ну, в принципе, нормально. И затарились немножко, вон там что-то еще сверху валяется. Давай, забирайся. Аптечка, инъектор.
что тут еще по верхам? Вроде да и ничего, да? Но мне не нравится, как Сара с нами, конечно, разговаривает. Такая, идите еще кого-нибудь спасить. Типа, мы тут старались. Мы тут делали, все помогали. А они такие буки. Ну ладно. Hello. Good to see you again, Dr. Yu. Что-нибудь еще? Теперь мы закрепились и сможем держать оборону до бесконечности. Присылайте выживших, мы их защитим. Знаете, если захотите работать в моей команде, когда мы выберемся отсюда, я подумаю. Ну, вам придется мне подчиняться, и я не всегда так дружелюбна. Доктор Морган, спасибо. Теперь у нас есть шанс. Это не искупает того, что вас брат вытворили, но вы лучше, чем казались. И драться тоже умеете. Если будете искать работу в службе безопасности, обращайтесь, замолвлю за вас словечко. Окей. Хоть так. Так. Все выжили это, кстати. Сектор защищен, никто не движется. Нет признаков вражеской активности, начинай осмотр. Я думала, что мы умрем. Никто не заслужил такого. Они такого не заслужили. Сейчас бы сигарету. Отличная стрельба, я вам доложу. О, теперь ты тут ходишь. Альфред Роуз. И в принципе они все здесь ходят. Это прикольно. Ну, мы продвинулись. Мы продвинулись. И у нас получается следующее задание. Какое? По основному сюжету. Можно еще будет пойти как раз по вот этими. Я еще не нашла вон сколько, видите, карт. Которая находится в ее каюте. Ага. А вот изучить карту, это значит куда-то вот на место прийти, или... Что это за место? Ну вот надо искать все эти места будет. Допустим. Делаем активным это все. Активировать браслет-мычок Гранта Локвуда, да, надо. А, так на него и не попал. С другой стороны, можно и не все сразу. Он, по-моему, в отделе нейромодов, да, находится? Да. Высадить его с терминала охраны в отсеке добровольцев отдела нейромодов, да. Можно будет. В общем, надо это все сделать. Спасибо вам, ребят, огромное за просмотр. Надеюсь, не скучно смотреть, потому что пока я понимаю, что одупляю, пытаюсь понять, что происходит и куда идти, как этим управлять. Пройдет какое-то время, понятное дело. И не сразу я привыкну. Но спасибо вам огромное за вашу поддержку, как всегда. Уверена, она была в комментариях. Я прошлый выпуск еще не выкладывала, он у меня только сегодня, получается, выйдет.
Фига себе, много всяких разных ресурсов выпало. А я продолжу. Продолжу дальше проходить игру. И посмотрю, чем это все закончится. Единственное, что сейчас перед концом, я, пожалуй, посмотрю нейромоды. Я хотела Лаборант 2 повысить. Мне нужен Лаборант 2 очень. Ура! Наконец-то! Так, подвижность. Бежите, карабкайте, ускоряйтесь. Классно. Скрытность 2. Ходите, бегаете бесшумно. Боевая концентрация. Ну, я на самом деле выносливость. Вот, например, грейданула. Да и боевую концентрацию тоже можно, в принципе. Так что, мы молодцы сегодня. Так, боевая концентрация улучшает ваши способности в целом. Когда она задействована, время вокруг вас замедляется, а действия расходуют меньше выносливости. Боевую концентрацию можно использовать с колеса избранных функций. С колеса? Прикольно. Окей, поняла. Вот. А мы пойдем дальше, будем дальше проходить игру. Изучим другие задания, которые здесь остались. Посмотрим, что у нас осталось, что мы можем сделать. И, потому что надо сделать еще до хрена. Я хотела бы сделать все задания, если это возможно. И только уже потом завершать игру. Понятное дело, что мы сейчас будем все к концу. Но, тем не менее, у нас еще много мест, в которых мы не были. Много мест, которые мы можем изучить и посетить. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, если вам нравятся мои приключения. Буду, как всегда, ждать ваших комментариев. И всем пока-пока. До встречи.